Протоиерей Григорий Григорьев, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, Выборгской епархии Ленинградской области, личность неординарная и разносторонняя. Священник выступает не только как клирик православной церкви. Отец Григорий – психотерапевт, психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, доктор богословия, заслуженный врач Российской Федерации, член Союза писателей России. В сфере медицины отец Григорий занимается зависимым поведением, лечением алкоголизма и наркомании. И именно работа врача привела его к необходимости стать священником. Я занимаюсь зависимостями с 1975 года. И за это время у меня было пролечено более 130 тысяч больных с разными зависимостями. И многие из них пришли в храм. То есть в чем смысл? Вот проводится медицинское лечение, и кто-то идет в храм, кто-то не идет в храм. Потом мы наблюдаем эффективность, сравниваем качество этой ремиссии. Ну, то есть можно не пить и радоваться жизни. То есть моя задача – научить людей радоваться естественным путем. Такую задачу отец Григорий поставил и в своих произведениях. Как быть счастливым? На этот вопрос священник отвечает в цикле «Ветер радости». Сам автор определяет свои произведения в жанре «Личный эпос». Это и фикшн, и нон-фикшн, и автофикшн. И здесь включены и автобиографичные фантазии. Это реальные события, которые переосмысливаются иногда в мистическом, фантастическом, сказочном варианте. И все это смешано с абсолютной реальностью. И задача этого жанра заключается в том, что в этом слове находится энергия эпохи. Саровским читателям отец Григорий представил две книги цикла. Первая – «Городокское приволье». Это лучшие воспоминания детства священника. А в произведении «Что приносит нам сны» второй книги «Ветра радости» автор рассказывает о времени своего обучения в военно-медицинской академии. После презентации протоиерей Григорий Григорьев ответил на вопросы публики о вере и духовной жизни. Несколько экземпляров своих книг цикла гость подарил библиотеке имени Маяковского. Взять их можно будет в отделе духовно-нравственной культуры. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.